мир с тобой прекрасен. Эти глаза люблю безумно. Как без тебя я быть не знаю. Точно с ума сойду. Только мир с тобой прекрасен, прекрасен, прекрасен. Улыбайся со мной. Улыбайся со мной. Ну, как вам песня? Дорогая, песня просто отличная. Ты у меня большой молодец. Я тебя очень люблю. Блин. Тетя Лен, песня очень крутая. Я хочу, чтобы она стала твоим новым хитом. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Я уже говорила, Лен, что песня хорошая, но нет смысла выпускать ее в ближайшую неделю, потому что у нас по-прежнему нет издателя, а значит, песня не попадет ни в топы, ни в чарты. Нужно повременить. Ну, как же? У меня есть своя аудитория. Она прекрасно воспримет мою песню. Этого мало, ты сама знаешь. Не в первый раз уже так. Ну и что? Ну и что мне теперь сделать-то? Не петь, что ли, совсем? Дорогая, успокойся. Оксана хочет тебе помочь, а вовсе не обидеть. Ну, конечно, Лен, пойми. Тебе сначала нужно найти издателя, а потом уже выпускать песни, иначе они пролетят мимо. Так найди мне этого издателя. Ты сколько месяцев уже его ищешь? Ну, сколько можно? Да заинтересованных издателей много. Вспомни хотя бы про предложение о рекламе с Юлей. Они заинтересованы в ваших совместных выступлениях. Они не хотят работать над твоей сольной карьерой. Мне жаль. Нет, спасибо, нас это не интересует, да. Угу. Да, до свидания. Угу. Ладно, Оксан, мы уже поехали, ну давай, увидимся. Лен, можно поговорить с тобой кое о чем важном? Ну, хорошо, давай. Присаживайся. Давай, говори. Лен, я хотела обсудить с тобой вопрос. Господи, я даже не знаю, как тебе сказать. Ну давай, не тяни уже, говори. Муж в машине, он мне потом весь мозг вынесет на обратном пути. Это касается студии. Ты понимаешь, что уже достаточно долгое время у нас нет постоянных доходов, и нам просто не хватает денег на аренду студии. Подожди. Ты хочешь сказать, что мы даже эту студию не можем оплачивать? Ты издеваешься? Вот, посмотри счета. Я думаю, что было бы разумно перевести основное оборудование домой или в какой-нибудь гараж, иначе... Так, все. Я не хочу это обсуждать. Нет. Лен, это надо решить в ближайшее время. Нет, все. Все, Оксан, все, пока, мы поехали. Там Гена ждет. Все, пока. Увидимся, все. Пока.